Пережив сильное потрясение, попав под влияние йога Майи Кришны, был полностью сбит с толку, поэтому эта игра называется Брама Вимоха Налила. Брама — это самое разумное живое существо в этой вселенной, самое возвышенное живое существо, очень могущественный, у него даже четыре головы, очень разумный. Но он был без толку, да, то есть был без толку энергии, иллюзорной энергии Кришны. И полностью запутался, не мог понять. То есть он думал, что я сейчас Кришну веду, так сказать, в иллюзии, посмотрю, как он будет действовать.
действительно ли он такой могущественный? Потому что до этого Кришна упал могущественного демона Гасуру, которого никто не мог убить. Никто из Кауравов не мог убить этого демона, такой могущественный был. Брахма очень удивился, когда узнал, что это произошло, поэтому он пришел посмотреть. И что же он увидел? То есть он ожидал увидеть могущественного, величественного Господа, как обычно, ну, Господь является, например, Господь Варахадева. Ну, практически его тело было там, соизмеримо с размерами Вселенной, да, то есть он огромную форму принял. Так что земля на его носу, да, то есть на его руках, казалась просто маленьким шариком, мячиком. Такая огромная форма, и тут, конечно, понятно, могучий Господь, или Господь Нарсимхадев, да, то есть тоже было все понятно. Ясно видно, что да, это Верховный Господь, его могущество очень видно. Но когда он появился, чтобы посмотреть, неужели этот Кришна такой могущественный? То есть что он увидел? Он увидел маленького мальчика, который даже еще не был обучен, что левой рукой есть нельзя. То есть он в левой руке держал лакомство, это был замоченный в кхире, вернее, замоченный, да, в этом йогурте рис, хлопья рисовые с сахаром, и между пальцами у него были разные лакомства. Амалаки торчал, потом чили, конечно же, лимон, разные такие приправы в руке, у него в левой руке, и он с этой рукой ел. Так вот он пошел искать телят, как он посреди пикника. Да, он уже не сходит. Вот, и, конечно же, Кришна очень его проучил, то есть он хотел проверить. Он знал, что это Верховный Господь, но он не понимал. Он подумал, ну, какой-то не очень могущественный, да, лишь какое-то, может быть, частичное, незначительное проявление. Неужели он мог убить Абхасуру? То есть как-то не видно, что он могучий, потому что он... Друзья его, они вот на равных с ним общались. То есть как бы не выделялся он среди других. Обычно Верховный Господь — это тот, кто выше всех, могущественнее всех. Все сразу в его присутствии ощущаются как очень незначительные, песчинки просто. Но Кришна, он был в окружении друзей, и друзья ему кричали: «Кришна, попробуй!» Вот, откусывал даже кто-то и давал Кришне попробовать. Как-то вот совсем не по-ведически. И Кришна еще левой рукой ел, полностью, ну, неразумный еще, невежественный ребенок. И Брама, он решил проверить, да, могущество Кришны. Поэтому он использовал свою мистическую силу и украл телят Кришны. И как объясняет Ишила Прабхупада в комментарии тоже в одном из стихов, что подобно тому, как Равана не мог прикоснуться к Ситадеве, или супруги Господа, она полностью трансцендентна. Вот. Никто не может прикоснуться к энергии Господа, к его энергии наслаждения, к его вечной супруге. Поэтому Равана украл ложную силу. Точно так же Брахма, пытаясь украсть пастушков и телят, вечных спутников Кришны, на самом деле был сбит с толку иллюзорной энергии Кришны. Йога Майя, внутренняя энергия, спрятала изначальных пастушков и телят. А Махамая, внешняя энергия Кришны, создала точные копии, которые украл Брахма. Так вот, еще наш Ратнагур объясняет, как это произошло. Поэтому, когда Брахма через год, говорится, ну это одно мгновение Брахмы, то есть он на какой-то момент начал отлетать от этого места, потом подумал, у него в сердце все-таки, да, как-то забеспокоился, он подумал, не слишком ли я переборщил со своими полномочиями, со своими силами, надо быстрее вернуться, посмотреть, что же происходит. И он ожидал, что, наверное, Кришна сейчас начнет искать, плакать, бегать, искать своих друзей, и, наверное, придет ко мне и будет умолять меня: «О, Брахма, пожалуйста, верни меня».
И я тогда пролью милость. Гости приходили его поздравлять, поэтому он должен был остаться дома. Вот, и, соответственно, Кришна проявилась эта лила, Брама украл телята. Ровно через год опять на день явления Баларама Кришна опять вышел в лес с пастушками, с телятами. Но это были уже не те изначальные пастушки и теляты, это были точные копии, созданные самим Кришной. Кришна сам принял форму всех этих телят и пастушков. И он настолько филигранно принял эти формы, что совпадали характеры, даже совпадали мельчайшие детали. Знаете, там все волоски на теле, родинки, там, я не знаю, ну, в общем, все, даже швы на одежде были точно такими же, как были у изначальных пастушков. Все было копия полная. И Кришна вел точно так же. Все, лилы происходили целый год. Но играл Кришна с самим собой. Это вот такое интересное настроение. И, конечно, эта лила увеличила блаженство Бриндавана миллионы раз. Даже бесчисленное количество раз, потому что все матеря во Бриндаване, они получили возможность быть матерями Кришны, потому что теперь в виде их детей прибегал сам Кришна, и они точно так же одевали, омывали, как мама Ишода. И никто не замечал, даже Господь Баларама был сбит с толку, да, весь этот год. Только под конец года Кришна решил все-таки открыть Баларами, начал йога-майю свою, да, его глаз убирать, Баларама понял, что что-то тут не то, потому что обычно, когда Кришна, где бы Кришна ни появлялся, все живые существа притягиваются к Кришне. И все матеря, все жители Бриндавана, все Кришна идет, они прежде всего притягиваются к Кришне, и, конечно, их дети к ним подбегают, они обнимают, но смотрят они на Кришну, потому что Кришна всепривлекающий. Но весь этот год происходила удивительная вещь. То есть прибегали их дети, и все, они вообще Кришну на Кришну не смотрели. Все смотрели, очарованы были своими детьми. Больше это и был сам Кришна. То же самое происходило с коровами. И никто не понимал, что что-то изменилось во Бриндаване. Даже Баларама не замечал этого все. Под влиянием йога майи Кришны все это было скрыто. И Вишвана Чакра Такура объясняет, почему он скрыл от Баларамы. Ладно, от других он спрятал это все, скрыл. Но почему Баларам он так обманул на целый год? И он объясняет, да, Вишнаша Картахура объясняет, что Кришна, приняв формы вот этих всех пастушков, он как бы в своем настроении был связан с ними, поэтому не чувствовал разлуки со своими пастушками, с телятами, он как бы принял их настроение, то есть он был связан с ними внутренне. А Баларама, если бы он понимал, что происходит, он был бы сильно страдал в разлуке с этими друзьями, с телятами, с пастушками, это все вечные спутники. Поэтому Баларама был под влиянием такой анестезии Кришны, под влиянием йога-майи. Вот. И под конец года, то есть он догадался, увидел, как коровы, увидев уже взрослых телят, имея при этом маленьких телят, они побросали маленьких телят из Гавардхана, побежали, в общем, облизывать своих более старших телят. Потому что это был Кришна в виде этих телят. Вот. А пастухи, которые прибежали, гнались за коровами, увидев своих сыновей, тут же обо всем позабывали и начали тоже нюхать и целовать свои, нюхать им волосы своих сыновей, которые залезли им на руки, и вообще забыли во всем, даже на Кришну не смотрели, были полностью очарованы своими сыновьями, и у них текли слезы премы. Баларам подумал, что же такое, похоже, здесь какая-то майя происходит. Чья же это майя, которая, так сказать, повлияла на все это? Может быть, это какая-то ведьма или какие-то, может быть, демоны? Нет, как демоны могут повлиять на меня? Это невозможно. Может, полубоги какие-то, полубоги тоже не могут повлиять. А, это йога-майя Кришны, я понял. Только Кришна может ввести меня в такое заблуждение.
Поэтому он подошел к Кришне и спросил, что произошло. И Кришна ему шепнул на ухо. Баларама просиял от экстаза. Подумал, надо же, какая удивительная лила. Столько Кришн в таких формах. И вот Господь Брама возвращается, что он видит? Он видит того же Кришну в тех же одеждах, на той же лужайке, с тем же лакомством на руке, с теми же, так точно так же торчащими всякими вот этими вот приправами. Да. Точно так же бегающего и ищущего своих друзей. А, он был в окружении своих друзей и телят. И друзья все были точно, Баларама начал, Брама начал смотреть, он видит, они точно, то есть это они. Он подумал, странно, я же их как бы усыпил. Надо посмотреть, что там в пещере делается, да, то есть которым, где он уложил всех телят, пастушков спрятал там своей мистической силой. Он быстро метнулся туда и увидел, что пастушки спят. Он подумал, странно. Кто-то их перенес, что ли, опять сюда, или... Он вернулся туда, и там опять увидел пастушков и Кришну, и телят всех. И он подумал, так, интересно, какие же пастушки настоящие, какие ложные? Те, которые там, в пещере настоящие пастушки, а эти какие-то ложные? Или же эти ложные, вернее, эти настоящие, а те ложные? Или те и другие ложные? Он погрузился в медитацию. Начал медитировать. При помощи медитации обычно он мог познать все, что есть во Вселенной. Любой атом он мог при помощи медитации войти в свой ум, да, то есть в любую погрузить, в любой материальный элемент, то есть понять все, что происходит. Но тут он, как бы он ни пытался, он не мог никак понять. В конце концов, он был бит с толку, и он взмолился, о Господи, что это такое, да? И в этот момент Кришна явил чудо, поскольку Брама, он сознавал только аспект величия Господа, то Господь показал ему, что да, вот то, что ты видишь, сейчас я тебе покажу, что такое величие. Ты еще не видел на самом деле величие настоящее. Ну, ты видел, конечно, Нарсимхадева там. Варахадева, но сейчас я тебе покажу что-то особое. И представьте, миллионы пастушков, телят вдруг превращаются в миллионы форм Господа Нараяны. То есть умножьте могущество Господа Нараяны в миллион раз. Вот одновременно, представьте, столько Нараян появилось. Брама просто был настолько потрясен, что он рухнул, потерял, без чувств рухнул. И когда он пришел в себя, он поднялся и в этот момент он как прозрел. Он увидел то, что вчера читал Бхакти Расаяна Сагар Махарадж. Он увидел истинный Бриндаван. Вот представьте, даже Бриндаван невозможно увидеть просто при помощи каких-то своих сил, способностей. Он должен открыться. Вчера разные преданные делились, как Вриндаван проявляет себя. Необычное очень место, мистическое. Очень много историй. У каждого преданного есть, кто посещал Вриндаван. Однажды я пошел на... Что-то я никак не начну читать. Ну ладно, коротко, да? Чтобы это как контекст, чтобы мы вошли в тот же самый контекст, как вчера. Однажды я почувствовал, что, то есть когда у тебя неправильное настроение во Вриндаване, все во Вриндаване начинает тебя выталкивать, коровы начинают бодаться, рикши начинают тебя наезжать на ноги. В общем, все тебя пихают, как будто бы ты как, знаете, как ты не вписываешься как бы в эту вот гармонию. Хотя, если понаблюдать за Вриндаваном, то это удивительно. То есть там может посреди дороги спать собака, посреди очень оживленного движения. Знаете, вот такой вот там, все не могут разъехаться, и тут собака еще посреди спит. И вот они как-то разъезжаются, коровы тут же ходят, все, и все так гармонично расходится, разъезжается, никаких проблем. Вот. И вы начинаете чувствовать, что вы здесь никак не вписываетесь. То есть у вас все время вот шарахаетесь и там, вот, знаете, как...
есть если настроение неправильно, Бриндаван начинает вас вот так вот выталкивать. И поскольку мне преданные это уже объяснили, я в какой-то момент о Бриндаване, то есть я понял, что что-то у меня неправильно с настроением. И я начал молиться. И каждое утро я ходил парикраму вместе с картой вокруг Бриндавана. И вот я рано утром думаю, надо помолиться на следующий день, чтобы Бриндаван как-то открылся мне, похоже, я в мае нахожусь, вот такие вот вещи происходят. То есть вызывает раздражение, начинает раздражать всего Бриндавана, тот признак, что неправильное настроение. Вот, и я взмолился, помню, помолился пыли Бриндавана, делая поклон перед парикрамой. Пожалуйста, прояви мне истинный Бриндаван, пусть эта пелена хоть сойдет с глаз. Вот я пошел, был предрассветное время, и вдруг лежу, такая группа мальчиков-пастушков идет и поют песни. Знаете, как будто как эти бриндаванские зарисовки, вот прямо вот. Я начал смотреть, может, Кришна до того? Кришны не было, но все было как. Вот, чувствовалось, Кришна где-то рядом, так меня это поразило. Потом я увидел гопи с горшками рано утром, никогда такого не видел. Раннее утро, вот они шли, пели тоже песни про Кришну. Потом пошел дальше, и в Раджавасе начали просыпаться. Рады-рады, такие вот звуки. Я в таком блаженстве, знаете, как ошарашенный, да, то есть вот как это все начало открываться. Потом иду дальше, и собака такая вытягивается, знаете, вытягивает, вот, набирает воздух и такая. Шок такой, серьезно, на полном серьезе, поражен был. Потом шел дальше, ну, в общем, и другие там видел, иногда собака так на меня смотрит, таким пристальным взглядом, знаете, так стоит, прям пронизывающим взглядом. Вот ты понимаешь, что это какой-то мудрец явно, то есть тебя, так сказать, сканирует, ты, естественно, выражаешь почтение. Вот, и я шел уже конец парикрамной дороги, подхожу к этому, там есть колодец такой, Радашьян называют колодец, в конце парикрамы нашей. Вот, и там жил один старичок, сейчас он оставил келок, там сейчас бабушка какая-то живет, такая пристройка рядом с этим колодцем. Вот, и я шел, и я думал, вот бы послужить жителям Бриндавана. И молился об этом, хоть какое-то служение, вот, каким-то вот в Раджавасе. И прохожу мимо этого колодца. И смотрю, около стены стоит этот старичок. Там был кран с водой, он набрал ведро воды, а поднять не может. То есть нету силы, он так смотрит, кого попросить. А все мимо него проходят, и тут мы с ним встречаемся взглядом, он так, ну, как бы показывает на ведро, и я такой думаю, о! Риджаваси Сева, да, то есть Бриндаван отвечает, да, я беру это ведро, у меня, конечно, благословения все. Вот я в полном экстазе. Вот на следующий день я опять точно так же пошел, все так же, такое же, ну, особое какое-то было настроение. И опять подхожу, вот бы получить благословение в Раджаваси. Представляете, опять этот дедушка стоит с ведром, мы опять выглядываем, и опять мы с ним встречаемся, мы рассмеялись, я опять взял это ведро. На следующий день повторилось то же самое. Я думаю, вот Бриндаван. Да, вот это атмосфера Бриндавана. Итак, Господь Брама увидел Бриндаван, и он увидел эту особую атмосферу. Бриндаван – это место, где нет соперничества никакого. Это не материальный мир. Везде в материальном мире он видит какое-то соперничество между живыми существами. Даже между полубогами. У них тоже есть свое там, как бы, соперничество. Вот. А тут даже, ну, как бы, обычно, как враждебная природа живых существ, но они живут как бы вместе. Это обитель Господа, это то, что осознал Брама. И потом он увидел еще кое-что, кое-кого вернее. Это сегодняшний стих. Давайте я, наверное, сам прочитаю. Татродхат Пашупавам шашишутванит матьям брахмадвайам параманам тамат гадхабодхам
Ват сан сакин ива пура парито вичин бат Экам сапани кавалам паранештья чашта. Там Господь Брама увидел безграничную абсолютную истину. Того, кому нет равных, и кто обладает полным знанием. Абсолютная истина предстала перед ним в образе дитя, родившегося в семье пастухов. Ну, вот это абсолютная истина, кому нет равных, то есть так она здесь описана. И это Брама очень четко увидел, то есть он понял, что все эти экспансии на Раян, они исходят из этого маленького, этого дитя, который принял рождение в семье пастухов. Обычно это, ну, такое считается, как не самое высокое рождение, это не царское, не брахманическое рождение, семья пастухов, простой очень, мальчик-пастушок. Но это абсолютно истина, он величайший, он самый могущественный. Анан там означает безграничный. Он не видел предела, границы его, когда созерцал все эти формы, которые он создал. Он сотворил все эти формы, превратился. При этом он маленький мальчик-пастушок. Ребенок стоял сам один, как до этого, держа в руке немного пищи. До этого, то есть, когда Брама украл телята пастушков, Кришна также стоял один, вот точно так же он сейчас стоял. И в его руке было немного пищи. И разыскивая повсюду теляты своих друзей-пастушков, Кришна опять искал телят, где мои телята, где пастушки. Вот так. Но теперь Брама уже четко осознавал, кто перед ним. Да, то есть он, как пелена йога майи, или пелена иллюзии, спала с его глаз, благодаря милости Кришны. И он осознал истинное положение Кришны. Да, Кришна, Ишварах, Парамах Кришнах, Сачитананда Виграхах, Анади Радир Говиндах, Сарва, Карана, Карана. Он причина всех причин. Вот. Вот он. Его могущество неизмеримо. Он Адвайтам, тот, кому нет равных, никто не может сравниться с ним. Никакие его экспансии, то есть он превосходит всех. Комментарий Прабхупада пишет, что важную роль в этом стихе играет слово «агадхабодхам», которое означает полный безграничного знания. Знание Господа безгранично, поэтому найти его пределы невозможно. Он мог измерить его, не мог осознать даже Господь Брама. Даже Господь Баларама не может осознать до конца Кришну и был введен в заблуждение Кришны. Кришной. То есть таково величие Кришны. Посреди океана корабль, на котором я плыл в Америку, казался крошечным, как спичечный коробок. Шрила Прабхупада вспоминает свой опыт, тоже переплыл через океан. Это был первый раз, когда Шрила Прабхупада поплыл через океан. Видел это могущество. Разум Кришны был подобен океану. Мы представить себе не можем, насколько он огромен. Поэтому лучше всего предаться Кришне, не пытаясь измерить Кришну. Что хотел Брама сделать? Он пытался измерить при помощи своих способностей, своего разума Кришну. Насколько он могущественен, сейчас его измерит. Он был полностью сбит с толку. Да, то есть лучше не пытаться это делать, но лучше не играть с Кришной. Так, не измеряйте Кришну. Слово «адваям», которое означает «не имеющий равных», тоже играет важную роль. Околдованный майей Кришны, Брама считал себя Всевышним. В материальном мире каждый считает, что он лучше всех и что он все знает. Человек думает, зачем мне читать Бхагавад-гиту, я и так все знаю. У меня есть свое понимание. Но Брама понял, что в верховной жизни мы тоже будем попадать. Поскольку в материальный мир мы попали с этим желанием побыть в роли Бога, по сути дела, то есть побыть центром здесь.
то эта тенденция очень глубоко живет в нашем сердце, и даже когда мы становимся преданными, то тоже она вылазит периодически. Например, мы делаем какое-то важное служение, у нас получается что-то, все нас прославляют, и мы думаем, какой я? Где-то в подсознании такое, знаете, вот чувство самоудовлетворения такое возникает. Мы попросим тоже сегодня старших преданных рассказать какие-нибудь истории. Свое могущество, да, и подобно Брахме, то есть ощутить это, попадаешь в это состояние, когда понимаешь, что ты просто вообще ничего не можешь. Вот. И у меня был очень яркий пример этого, когда мы начали возить группу преданных во Вриндаван, ну, в Дхаму, Джаганнатхапури, в Майяпур. И первый раз это, конечно, был первым блинкомом, но так или иначе все равно получилось организовать. Я научился, на следующий год получилось хорошо уже организовать, и все преданные подходили, говорили, вы лучше всех организовываете. Поэтому самая лучшая группа. На следующий год я еще лучше организую. И я действительно все приехал заранее, все организовал, везде все договорился, все хорошо, я такой... предвкушая уже как бы счастливо преданные. Два дня остается до приезда группы, я во Вриндаване, такой расслабленный, прихожу вечером на вот, храм. И тут звонок, звонит, смотрю, Садху Прия Прабу, он покупал билеты для нашей группы. И он мне звонит и говорит, представляете, говорит, азербайджанские авиалинии успеют прилететь в этот же день? Нет, а там... билеты на поезда, там сняты гостиницы уже. Более того, теперь я должен для всех преданных как-то собирать эти 40 с лишним человек, половина группы, а что делать со второй половиной, кто из ей будет заниматься? И я в полном как бы недоумении, то есть я бегу быстрее в комнату звонить, во-первых, этим преданным. В общем, почти всю ночь я там пытался их вызвонить, они уже едут в аэропорт, они даже не знают, что у них отменили рейс. И я в шоке, думаю, что делать полностью, все, да, никак, одним ударом. Вся организация пошла крахом. В общем, я почти не спал утром, понимаю, что тут только по милости Кришны сейчас. Единственное, что мне осталось, это предаться Кришне. Я пришел, рухнул в поклоне перед Кришна Баларамой и говорю, здесь вы всем управляете, пожалуйста, спасите, не знаю, что делать. Поднимаюсь, и опять звонок, смотрю, что откуда приехал. Я поднимаю трубку, он говорит, ну, я, говорит, все авиакомпании, то есть нету авиакомпании, вот одну авиакомпанию нашел. Эти самые пакистанские авиалинии. Вот, и они прилетают в этот же день, то есть у них есть практически нужное нам количество билетов, и они прилетают в этот же день, но чуть позже, там, где-то к обеду ближе, а так они должны были рано утром прилететь, до 3 утра, а так где-то к обеду, я думаю, ну, на вечерний поезд мы успеем. То есть можно успеть, если как бы вот в обед встретить, да, успею еще даже покормить их на поезд. Вот единственное, говорит, только сложность, на обратном пути у них целые сутки транзит в Пакистане, там, в Карачи, в столице Пакистана. Я говорю, ну, что делать? Выбора нет, берите. В общем, взяли билеты, и я так выдохнул, думаю, ну, слава Богу, дальше уже все как-то организуем. Вот. Ну, конечно, мы встретили преданных, это был такой аврал. О, конечно, да. Это был аврал, и я, естественно, ночь практически, вторую ночь тоже вызванивал преданных, там нужно было их ловить где-то в аэропорту, в общем, тех преданных, ну, говорить, вы себе не вылетайте другими авиалиниями, вот билеты там уже. В общем, так, в конце концов, собрали эти 40 человек, они вылетели. Вот, и я подумал, ну, слава Богу, мы сели в поезд, еле успели на поезд, в общем, все, встретили всех, успели на поезд. Я такой думаю, ну, теперь-то я отдохну, дальше все уже пойдет, слава Богу, нормально. Только я прилег, прибегает преданный, говорит, а у нас билеты на другой поезд. Шок у меня. Я смотрю, действительно, билеты куплены, они на другой поезд, а мы едем в этом поезде. Куда?
Я опять ночь прошла бессонная, куда-то, да, развещать. В общем, мы там сделали по очереди преданные спали, ночью как-то проехали, они безбилетные. Приезжаем, думаю, в Пури уже приезжаем, думаю, ну в Пури-то уже все, пойдем по маслу. Вот, мы приезжаем, я отправил Васумана пробу заранее, чтобы он снял гостиницу. Он мне позвонил, да, снял хорошую гостиницу. Мы приезжаем в эту гостиницу, и оказывается, что мы в эту гостиницу можем заехать только через 3 дня. Я в шоке, ну вот, в общем, моя лазага, я стал таким маленьким. И я так взмолился, говорю, Джагарат, как бы, я признаю, ты здесь главный, я тут ничего не управляю уже. Вот, и мы поселились в соседнюю гостиницу с вот такими тараканами. Вот, через 3 дня заехали, то есть, ну как-то все, да, потом уже когда Джаганатхи предался, уже все, все по-твоему будет только. Я признаю, тогда пошло все по, так сказать, более-менее уже нормально. Но это был очень такой яркий урок, что ни от тебя ничего не зависит, не гордись своим каким-то. Если что-то получилось делать, то милость Кришны. Потом я думал, а что же было в этом, Кришна это все устроил, ну, в чем же его план, что он на целый день преданных там в Карачи не должен сидеть. И незадолго до отъезда из Майпура я на лекции своего духовного учителя узнал, что один из духовных братьев, он из Карачи, из Пакистана. Вот, Ними Парабун как-то с ним говорится, и сказал, что вот он, они летят через Пакистан. Вот, и этот преданный спросил, может быть, что-то вам там как-то помочь. Я понимаю, чем он поможет. Преданный будет в транзитной зоне находиться. То есть, ну, говорю, ну, если сможете просад приготовить и туда передать, там преданные тоже в Карачи, то хорошо. Вот, ну, как-то вот поговорили, я даже вообще про это забыл. И потом уже преданные улетели, я через несколько дней получаю письмо. Еще там членов GBC разных, и он в таком восторге говорит, к нам приехала группа русских преданных. Последние 15 лет к нам никто не приезжал. В общем, был план Кришны. Он все идеально делает. И преданные каким-то образом там договорились, в общем, там сделали экскурсионный автобус. Все наши 42 человека, которые летели, они все сели на этот автобус и поехали в храм Свами-Нарайана. Там единственный индуистский храм был, храм Свами-Нарайана, это мусульманская страна. Преданные там договорились, арендовали его для нашей программы, приготовили там просад. Преданные туда приехали, устроили мощный киртан. И там был известный полководец Виджа Кришна Прабу. И он сразу скомандовал, идем с Харинамой на улицу! И повел вообще преданных на улицу. И преданные такие, ну, в шоке, знаете, как такая опасная мусульманская страна, там, Бог узнает, что может произойти. Но к их удивлению они вышли, шли вокруг храма с Харинамой, и из всех окон высовывались головы людей и кричали, Радхе, Радхе! И они такие в шоке, когда они закончили Харинаму, они увидели на воротах, прилетело 2 павлина. Сели на воротах, сидело 2 павлина. Такой как бы знак, Вриндаван. Преданные наши прослезились, такой был экстаз. Вот. И потом преданные, все, кто там был, они вспоминали и говорили, что это было самое яркое впечатление за всю поездку. Так Кришна там проявился. Вот. Так иногда Кришна нам дает понять, кто здесь безграничный, кто могущественный. Обычно мы смотрим, вот он там на алтаре стоит, ограниченный такой, да? То есть, даже руками пошевелить не может, да? То есть такой вот, ну, он как бы, да, ограниченный, ничего не может. Но Кришна иногда дает так очень ярко понять, да, кто здесь верховный. И так очень помогает занять правильное положение, что и произошло здесь с Господом Брамой. На эту тему. Как, может быть, тоже во Вриндаване. Ну, тема экстрима такая, верховный, безграничный, управляющий.
есть что-то ограниченное, вот есть отношения, взаимоотношения. Безграничные, ограниченные. И так это вот чувство ананда, наслаждение, когда сочетается, соприкасается безгранично с ограниченным. В этих отношениях мы чувствуем счастье большое от этого, безгранично. И у Кришны тоже есть своя форма, она как будто ограничена, но так мы испытываем привлекательность Кришны в этой форме. А на самом деле он безграничный, и привлекательность тоже его, она по-разному проявляется вот, в событиях, в чувствах, эмоциях. Вот то, что сейчас Кеша Махараша сказал, это очень такой яркий, да, такой пример, как Кришна может проявиться в сознании Кришны. То есть мы осознали его присутствие Кришны. У меня был опыт экстрима, наверное, такой самый яркий. Это поездка из Вриндавана в Джайпур. 2000 год, может быть. 2000 год. Но это длинная история, рассказывать не буду, а экстремальная история. И Кришна проявлялся на протяжении всей поездки, которая была одно за одним событием, целая цепь событий была. Потом я даже записал это все в дневнике, очень подробно все это путешествие. Я даже пересказал в Москве, когда вернулся на беговую. Это было 2000 год, что раньше не было. Да, не так. А так вот в деталях, если в каких-то моментах, во Вриндаване очень много таких сюжетов было необычно. Мы однажды собрались на парикраму, и там автобусы утром были уже стояли в 5 утра, и, как обычно, в 5 утра вы приходите, перед этим только собираются, или где-то в 6, может быть, там, уезжаете. Ну, обычно. Так, и вот преданные садятся в автобус индийский, рассаживаются так прохладно, как-то так скучно еще, там, жабы повторяют, так, еще не разогреты. Вот, и сидим в автобусе и ждем. Ждем и думаем, когда это кончится. Когда это договорились. Все как-то так, вот, знаете, так, безрадостно совершенно. А у меня мысли в голове, ну это же Вриндаван как-то. Должны быть счастливы, что-то думать там, организация. Все равно мысли влезут в эту организацию, в Вриндаванскую миску. И тут бык приходит. Огромный черный бык Вриндаванский. И лезет в автобус. Никому в такую голову не могу прийти, лезет за предвестник. Ну, голову проснул сначала, так смотрит, а все. Пошел дальше, на ступеньки, копытами. Прорвался наполовину, и задние ноги на земле у него, значит, сошел. А голова с рогами такими большими. Он голову поворачивает, пьет и так, туда. То есть так, страшно как-то с ним. И начинает так, знаете, трясет. Вот мы были заняты этим быком. И думали, когда же парик начнется. И уже Махараджи приехали, я думаю, надо ехать, а бык не уходит. Мы не знали, как его вытащить, какая автобус, не шутка. И мы пытаемся как-то подойти к нему, так, голову показать, но он бодается. Как его вытащить, большой бык, и мы не знали, что делать. Думали, Кришна, ну что делать, мы с этим быком, мы ехать не можем, на парик. Потом пришло в голову Пиджабаси позвать. Позвали какой-то Пиджабаси, такой маленький, худенький, пришел ко мне. Паку, пап, так вот. За секунду. И мы потом это свернули, как Лилу. Сука все ушла, сразу стало интересно. Такие сюжеты, они постоянно как-то, это же очень сложно. Упорядочить, говорю. А бывают тут целые истории, как вот мы слышали, целые истории в сознании Кришны удивительные. Обычно это связано уже с какими-то нашими организаторскими, проповедническими турами там, или намерениями общими. Вот тогда уже чувствуем такую руку, да, контролирующую вот всю ситуацию целиком. И также вот за пределами Вриндавана тоже это проявляется, есть сознание Кришны тоже, эти истории. Те годы,
начала сознания Кришны, они были все пронизаны историями мистическими. Зависели от Кришны, правда. Были серьезные преследования, угрозы, и поэтому очень много было историй мистических. Харе Кришна. Ну, похоже, да, я могу сказать, что Джаганнатху Пури вспомнилась одна история. Я проходил Панчакарму, и она была на другом конце города, мне надо было на велосипеде ехать. А тот, кто был в Индии, знает, какое там движение. То есть смешались в кучу там велосипеды, машины, быки, коровы, то есть вообще люди. И там не проедешь. И я ехал, ну и там на определенное время назначены были приемы. И постоянно вот так все тормозит, не проедешь, не пройдешь. Постоянно то корова на дороге, то, в общем, еще что-то. Я уже так нервничал очень сильно, и знаете, когда вот внутри так был очень сильно недоволен всеми, кто мне мешал. И когда появлялась возможность уже быстрее ехать, я уже на полной скорости ехал. И один раз лечу, так на полной скорости, и из-за поворота там здание не видно, выскакивает мотоцикл. И я прямо в этот мотоцикл влетаю на полной скорости. Я не успел затормозить, он успел затормозить, я не успел. И я передним колесом попал ему между его передним колесом и рамой. То есть мое колесо залетело туда. Вот если бы он не остановился, конечно, я бы в больнице оказался. Вот. И я ему помял крыло. И я думаю, вот труба, все, сейчас будет скандал. И я на него смотрю, он на меня не смотрит. Он так сидит и куда-то в сторону смотрит. И я вытащил велосипед свой. У него крыло помятое. Я думаю, что сейчас будет. Он такой посмотрел на меня, улыбнулся, кивнул головой и поехал. Мне так неудобно стало, я думаю, вот из-за своего раджаса, то есть я доставляю беспокойство Браджабасе. Они уже святые люди, в шастрах говорится, они все четырех руки, а тут приехал какой-то млечный, и крылья им мнет, еще и проклинает их всех по дороге. Думаю, все вообще так неудобно. Ну что делать? Действительно же очень трудно доехать с одного конца города до другого и столько задержек по пути. Я думаю, как они ездят вообще? Как они тут живут? Невозможно же. И главное, на велосипеде, то есть вот что самое большое меня раздражало, то есть ну, звонишь на велосипеде и по идее, люди должны расступаться, расступать как-то дорогу. Они слышат, что ты звонишь, они так краем глаза смотрят и уступают тебе на 2 миллиметра. Мне надо, ну, я не умею такие миллиметражи исполнять. Вот. И, в общем, мы вот постоянно, вот у меня такое раздражение, я думаю, вот как так? И пришлось молиться Джаганнатху. Я говорю, о Господь Джаганнатх, пожалуйста, ну открой мне вот эту истину, как тут можно ездить, как местные люди, как они ездят, пожалуйста, помоги мне каким-то образом ездить спокойно, чтобы мне не пришлось вот там проклинать их и так далее, в душе оскорбления совершать. И вот так очень сильно помолился, и что-то перещелкнуло в сознании. И я сажусь на велосипед, еду, и вот прямо, знаете, туннельное видение открылось. А, вот, знаете, как камера такая, что вот как бы серединка очень четко, ясно видно, а остальное все как бы в тумане. И вот такой туннель. И он освобождается, вот ты подъезжаешь, и не надо даже сигналить. Вот этот туннель раздвигается, и ты по этому туннелю едешь. Всю дорогу вот так. И я поразился, что действительно вот так Господь Джаганнатх
переключил что-то внутри, и все стало очень легко и просто. Hare Krishna. Шрила Прабхупада ки. Джай. Гранд Радж Шримад Бхагаватам ки. Джай. Тай Гор Преванандэ. Хари Кришна. Сегодня такой особый день. Сегодня день рождения матушки Гуру Чандрики, супруги. Потому что вы с матушкой, вы как одно целое такое. Вся жизнь ваша прошла вместе, в проповеди, в миссии. И она очень такое большое покровительство женщинам дает. Я вот вижу, как они принимают у нее прибежище, спрашивают ее советов, и как она своей материнской такой вот добротой окутывает всех. Поэтому поздравляем вас и матушку Курачат. Может, вы что-то скажете про меня? Я передам эти поздравления. То есть, вот, ваша внимательность ее трудно, конечно. Она обычно очень стесняется проводить свои дни рождения. Никого специально не зовет, не объявляет, что это праздник. Но преданные знают, поздравляют, приходят. Я уже с утра пытался, первый уже позвонил, уже провел ей поздравления. Сказал ей несколько слов о нашей жизни. Мы 40 лет вместе. Вместе учились в училище, но тогда мы еще не были женаты. Меня сдерживала разница в возрасте тогда, были молодые совсем. Вот я не думал, что это будет моя жена. Но так судьба распорядилась. И мы вот думаем сейчас с ней, вот, что это за брак такой, потому что наши отношения настолько прочные внутри. Они не ослабевают, никогда не ослабевали эти. То есть чисто вот, ну, духовный брак, потому что у нас, мы живем как бы безбрачие, с одной стороны, согласно принципам. С другой стороны, у нас очень, ну, неразрывные отношения, как одно целое, то есть это на расстоянии. И, то есть это духовный брак, вот это лучшая вторая половина, так и говорится, для служения Кришне. Меня не беспокоит жизнь с этой точки зрения вообще никак. Вот. Что касается личной жизни, никогда об этом не приходится думать. Всегда думаю о миссии, о проповеди. Всегда знаю, что это вторая половина. То есть разделит на 108% все мои попытки служить Кришне. Любой жертвы пойдет. Не было ни одного. Мы жили в нищете долгое время, были счастливы. Ребенок родился, у нас не было ничего, только чемодан, два чемодана. Кроватку делали из чемодана, в чемодан клали, в чемодане лежала. Потом она выросла, так быстро почему-то. Стала не вмещаться, уже голова выпирается в чемодан. Я говорю, как, только что уже было нормально. Я удивился, так быстро растет. Я думаю, что же делать, ничего же нет у нас. Я говорю, по диагонали положи. По диагонали скидывать еще можно было. И мы были счастливы, мы все радовались, бегали, гуляли с ребенком на руках часами иногда. Вот так все сложилось. И ее вклад также вот в то, что делает она сейчас в движении, как гуру маты, я смотрю, вот без нее было бы труднее намного принимать это, такое количество учеников. Она, конечно, может охватить как бы вот своей заботой. Заметить вот эту внимательность, чувствительность, принципиальность, строгость. Ругает обычно она очень не будет. А я говорю, ну все, хватит. Нет, их, ну что сейчас? Что за тамагу вообще? Сначала она испугалась этой роли, а сейчас она уже вошла в эту роль, не боится. Вот. Всегда радушная хозяйка, любит гостей, готовит, угощает щедро очень. Вот. Ну как, я не знаю, что сказать, потому что, ну, у меня проблем
никогда не было. Конечно, когда я смотрю, как живут люди, я понимаю, что семейная жизнь — это проблема. Как бы вот наблюдая, что может человек, да, пережить в семейной жизни, какие стрессы, какие потрясения. Я, наверное, думаю, что просто мне очень повезло. Что это просто нет в моем опыте. Даже когда дочь родилась, тоже думали, что будет, но не было потрясения. Она была при этом всегда стабильна. Никогда не отклонялась, даже в переходном возрасте. Этого не происходило. И я пришел к Адалине с вами как-то и говорю: спасибо вам за дочь. Он мой духовный учитель. С 6 лет его приняла. А он постоянно мне говорит: спасибо за дочь. Ну, много говорить нехорошо про жену. Хвалить много не надо жену, она сразу начинает что делать. Знаете, что начинает делать? Будет слишком. Муж обычно не падает, жена слишком. Иначе она не будет под контролем. Поэтому так, задержим. Ну, сегодня день рождения, поэтому я говорю. Я обычно ничего такого не говорю. Так, только намекаю, что все хорошо. Как я понимаю, важны именно вот внутренние отношения. Не то, что даже слова. Многие вещи мы не говорим, но мы понимаем их. Мы их чувствуем. Особенно в киртане. Мы всегда верим вместе. Она на гитаре, я до создания Кришны, мы еще были на гитарах вместе пели песни под всякие. Это перешла традиция уже в Харе Кришна. И научились петь в экстазе. Вот так мы поддерживали семью. Наши отношения. Всегда Кришна видел между нами рядом. Спасибо.